إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه Послушайте этот хадис, как привел Аль-Хаким и заверил Аль-Альбани. Согласно Ибн Аббасу, посланник Аллаха, салляллаху алейхи васалям, наставляя одного человека, однажды сказал... Цените пять вещей, пока их не заменят другие пять. Цените, означает воспользуйтесь, извлеките выгоду максимальную пользу в силу своих возможностей. Используйте время, используйте ресурсы, то есть, когда вы оптимально используете что-то. Если же мы сегодня посмотрим на мусульман, я не стану говорить за всех, но многие из нас хватаются за мирское. Когда речь идет о мирских вещах, мы всячески стараемся воспользоваться ими и максимально извлечь выгоду из всего, что попадается нам на глаза в этом мире. Однако праведники, люди благонравия и богобоязненности, они находятся на диаметрально противоположной стороне. Если вопрос касается мирских дел, они следуют законам, они следуют примеру жизнеописание праведников. Как Аллах, Свят Он и Велик, говорит, «Не забывай о своей доле в этом мире». Поэтому мы не созданы для того, чтобы постоянно сидеть в мечетях, надев чалму, облачившись в робы с длинным мисваком в руке, не выходя на улицу, чтобы искать свой дел. Мы же сидим в мечети и говорим, «Аллах дает». Но это совсем не показатель праведности и богобоязненности. И в то же время не следует вести себя как люди, посвятившие себя исключительно мирской жизни, которые используют каждую золотую возможность, чтобы извлечь выгоду для себя. Их еще называют золотоискателями. Когда речь идет о чем-то мирском, они усердствуют. Они знают свою цель, они знают, с кем нужно дружить, они знают, к кому нужно притереться, они знают, с кем вести дела, они знают, к кому обратиться, они знают, с кем наладить отношения, но все это ради мирского, ради дунии. Если же речь идет о грядущей жизни, они видят обездоленных перед мечетью. И они просто проходят мимо. Они видят место в первом ряду и не используют эту возможность. Вспомните пример Мусы, алейхиссалям. Мусе открылся шанс перед Аллахом. Когда Аллах Субханаху Ватаале впервые обратился к нему, Муса был сильно впечатлен и поражен, что он общается с Аллахом. Он хотел воспользоваться этим моментом и использовать эту возможность перед Аллахом. Аллах спросил его. Что это у тебя в правой руке, о Муса? Мусе было достаточно ответить, это мой посох. Но посмотрите, как Муса, алейхиссалям, воспользовался этой возможностью перед Аллахом наилучшим образом. Он ответил, это мой посох. Я опираюсь на него и сбиваю им листья для моих овец. Я нахожу ему и другое применение. Кто его спрашивал? Его ведь никто не спрашивал. Ученые говорят, что причина, по которой Муса продолжал отвечать развернуто, лежала в том, что он хотел продолжить свое общение со своим Господом, وتعالى, используя возможность, используя свой шанс, оказавшись перед Аллахом святу на велик. И когда Аллах, тааля обратился к нему, ⁇ Ступай к фараону, ибо он приступил к границе ⁇ что же он ему ответил? Разве он просто сказал «да»? Он не отказался, но он сказал «хорошо, я пойду, но раскрой мою грудь и облегчи мое дело, и развяжи узел на языке моем». Все это просто, чтобы воспользоваться возможностью. И когда Аллах, Свят Он и Велик, попросил Мусу и его народ прийти к горе Тур, и Муса оставил свой народ, поскольку их было около 70 тысяч. Среди них дети, женщины, старики, люди, которые не могли передвигаться быстро и не успевали за ним. Он оставил их с мусой. И Аллах спросил его, почему ты оставил свой народ? Он ответил, ⁇ Я поторопился к тебе, чтобы ты был доволен ⁇ я хотел оказаться здесь первым. Хотел предстать перед тобой до того, как это сделает кто-то другой. Это и есть характер мусульманина, а не того, кто выжимает всю кровь, который беспокоится только о мирской жизни и пользуется людьми и всем, чем можно. Как мусульмане, как праведные люди, мы должны беспокоиться о грядущей жизни, ахера, Итак, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Цените пять вещей, пока их не заменят другие пять». Воспользуйтесь возможностью, пока у вас есть пять вещей. Ваша молодость, ваша активность, свежесть крови, Энергия, которая наполняет вас в тот самый скоротечный период вашей жизни, в которой вы еще пребываете юношей или девушкой. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Цените, цените это, пока вы не станете старым». Воспользуйтесь этим. Именно поэтому, согласно мнению Абдуллы ибн Мас'уда, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «В день суда ноги раба не сдвинутся с места, он не сможет сделать шаг ни в рай, ни в ад, ни податься назад, ни вперед. Он будет стоять, остолбенев, пока его не спросят об этих пяти вещах. Чему ты посвятил свою юность? Как ты использовал ее? На что ты ее потратил? Обратите внимание на то, как жили сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Почитайте биографию Абдуллы ибн Аббаса. Почитайте биографию Абдуллы ибн Умара. Почитайте биографию Абдуллы ибн Умара которого в юном возрасте, когда он был еще мальчиком, сам пророк, саляллаху алейхи вассалям, взял за плечи и сказал, «Будь в этом мире как странник или путешественник, который просто проходит мимо», после чего Абдуллах ибн Умар всегда жил согласно этому хадису. Он часто напоминал людям, Юноши, цените свою молодость, воспользуйтесь своим возрастом. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, упоминал о награде молодых ребят, которые посвятили свою юность усердию на пути Аллаха. В сборнике хадисов Сахих аль-Бухари и Муслима приводится, как он однажды сказал, «Семеро получат укрытие под тенью Аллаха в день, когда не будет никакого укрытия, кроме как тени Аллаха. Одним из них будет юноша, выросший в повиновении Аллаху. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Цените свою молодость, пока вас не постигнет старость». Субханаллах, Всякий раз, как я размышляю над своей жизнью, я всегда упрекаю себя, что не провел свою юность лучше. Мне всегда хочется вернуть время. Мне всегда хочется наполнить пользой то время, которое я упустил. Получить больше знаний больше навыков, провести больше времени в поклонении, как будто все было только вчера. Вы только представьте себе, как однажды к вам придет старость, и вы не сможете выстоять ночную молитву Кияму Лейль. Вы не сможете держать пост по понедельникам и четвергам. Вы будете настолько слабы, что не сможете перечитывать Коран с утренней молитвы Фаджр до молитвы от духа когда вы уже будете настолько стары, что вы не сможете послушать лекцию, не сделав нескольких перерывов, вы будете слишком дряхлыми, чтобы совершить таваф, обход вокруг Каабы, слишком старыми, чтобы искать знания. Тогда вы пожелаете, чтобы ваша юность вернулась. Поэтому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, «Цените свою молодость, пока вас не постигнет старость». После чего он добавил, саллиллаху алейхи вассалям, «И цените свое здоровье до того, как вас постигнет болезнь». Скольким из вас, дорогие братья и сестры, довелось побывать в больнице и видеть больных людей? Скольким из вас довелось видеть тех, кто не может ухаживать за собой? Они вынуждены открывать свой аурат, чтобы их подмыли. Скольким из вас довелось видеть того, кто не способен встать и самостоятельно совершить омовение? Скольким из нас пришлось видеть людей, которые не умеют читать или же не могут даже сидя совершить молитву? Что уже говорить о молитве стоя? Посланник Аллаха, саля Аллаху алейхи вассалям, наставляет нас. Цените свое здоровье. Цените свое здоровье. Люди высокомерны. Очень высокомерны. Когда вы здоровы, вам кажется, что вас не остановить. Вам кажется, что перед вами еще так много разных возможностей и шансов. Тебе говорят, соверши умру. Я совершу ее позже, Соверши хадж, я еще молод, изучай религию, я еще успею, присоединяйся к нам на ночной молитве, иншаллах, просто завтра у меня дела, но на неделе иншаллах помолюсь, а потом вас охватывает болезнь. Вас охватывает болезнь, и вы уже не можете ничем себе помочь. А знаете, дорогие братья, когда вас свалит болезнь, Аллах вознаградит вас на основе тех деяний, которые вы совершали, будучи здоровыми. Поэтому, если вы были душой привязаны к Корану, регулярно соблюдали пост в определенные дни недели, совершали айбадат, поклонение, навещали больных, направлялись в мечеть, собирая хасанаты, справа и слева. Когда вы заболеете, Аллах вознаградит вас согласно тому, как вы поступали до этого. Субханаллах. Абдуллах Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, заплакал, когда его охватила болезнь. Люди спросили, О, Ибн Мас'уд, ты плачешь от того, что Аллах испытывает тебя болезнью? На что он ответил, нет. Я плачу не от того, что я заболел. Я слышал, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, однажды сказал, «Болезнь — это не что иное, как очищение для мусульманина». Когда вы болеете, Аллах смывает ваши грехи. Но я переживаю от того, что я заболел в момент, когда я был не настолько активен в поклонении насколько мне следовало бы быть. Я заболел не во время джихада. Если бы я заболел во время джихада, то моя награда соответствовала бы моему участию в джихаде. Я не заболел, совершая дополнительные обряды поклонения. Если бы я заболел, совершая их, то я бы и сейчас продолжал получать награду за них. Именно поэтому Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, если вы собираетесь совершить хадж, делайте это как можно быстрее. Не откладывайте. Потому что вы можете заболеть. Вы можете утратить что-то. Придет время хаджа, а вы не сможете его совершить. Поэтому, если у вас есть возможность, совершайте его скорее. Я знаю жителей этого города, города Найроби, которые в состоянии совершить умру каждый месяц но они ее не совершают. Когда придет время, да убережет нас от этого Аллах, и этот человек заболеет, он будет желать совершить умру. Я видел человека, которому было 76 лет. Он совершил 56 хаджей. Он совершает умру почти каждый месяц. Когда он совсем состарился, я видел, как его сыновья толкали его коляску, совершая таваф, поскольку он уже не мог ходить. Вот на таких людей и стоит равняться. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, как приводится в Сахих аль-Бухари, «Два блага, которые многие недооценивают, это здоровье и свободное время. И мы еще поговорим об этом. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة عباد الله В третьем по счету наставлении тому самому человеку посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал «Воспользуйтесь своим богатством перед тем, как вы станете бедным. Используйте свое состояние, свои ресурсы, свои деньги перед тем, как вы станете бедным. Ни в коем случае нельзя думать и предполагать, что вы уже перешли черту, и бедность вам уже не грозит. Ни в коем случае не следует считать, что вы заработали достаточно денег, и теперь можете жить в полном достатке. Не окажитесь в просчете, сказав Альхамдулилля, этого мне будет достаточно до самой смерти, потому что Аллах, предоставивший вам этот удел, может в любой момент лишить вас его. Посланник Аллаха обращается к нам. Используйте свои денежные ресурсы, пока вас не постигнет бедность. Он не сказал вам, возьмите эти деньги и слетайте на Ямайку. Или возьмите эти деньги и слетайте в Нью-Йорк. Отдохните и повеселитесь там. Он не сказал, потратьте эти деньги. Он сказал, воспользуйтесь ими с пользой с пользой. Некоторым из нас, будучи мусульманами, приходится прилагать неимоверные усилия, чтобы заслужить рай. Не у всех есть такие деньги, и некоторым из нас приходится читать больше Корана. Нам приходится совершать дополнительные молитвы, больше поститься, поскольку все мы стремимся попасть в рай. Возможно, некоторым из нас Аллах не даровал такую возможность, но Он предоставил им иные средства, чтобы заслужить рай. Но даже при всем при этом многие все еще не понимают формулу Аллаха. Они рассуждают на языке Аруна. Это дано мне только за мои знания. Я заработал эти деньги благодаря своим умственным способностям. Я добился этого благодаря своим связям. У меня есть хорошие связи тут и там. Я знаю деловых людей. Я правильно использую свои ресурсы. Они не считают, что это Аллах, субханаху ватала, предоставил им все возможности. Они считают, что они были умнее других и поэтому достигли материального успеха. Точно так же, как говорил Карун, просто с другой расстановкой слов. Бедные сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, обратились однажды к посланнику Аллаха и спросили его, «О пророк Аллаха, состоятельные люди забрали всю нашу награду. Они молятся столько же, сколько и мы. Они постятся так же, как и мы, они сражаются на пути Аллаха так же, как и мы. Но поскольку их ресурсы в избытке, они подают милостыню, то есть садака, в то время как мы не имеем такой возможности. Они преуспеют, они опередят нас в раю, потому что они выполняют все так же, как и мы. Возьмем молитву, они молятся, как и мы. Возьмем пост, они постятся, как и мы. Возьмем умру, они совершают ее, как и мы. Но помимо этого, они раздают милостыню. Тогда благородный посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Я научу вас кое-чему». И он научил их известной нам мольбе. А когда самые любимые из последователей Аллаха, лучшие из праведников, Абдурахман ибн Ауф, Саад ибн Рабиа и остальные ансары и мухаджиры услышали, они тоже стали произносить эту мольбу. После чего небогатые люди вернулись и сказали, О, посланник Аллаха, как нам быть теперь? Они снова преуспели, даже споминаниями Аллаха, на что он сказал, Это милость от Аллаха, что я могу поделать? Аллах благословил их этой возможностью. Он дарует ее, кому пожелает. Представь себе, если ты такой же, как и все, ты молишься, постишься, выстаиваешь в ночной молитве. Читаешь Коран, произносишь азкары, субханаллах, и Аллах, помимо всего этого, обеспечивает тебя материальным достатком. Что тебя сдерживает от того, чтобы приобрести место в раю? Тебе дарая рукой подать, субханаллах. Ты можешь легко его заслужить. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: используйте свои денежные ресурсы, пока вас не настигнет бедность. Расходуйте их с пользой. После чего посланник Аллаха добавил, «И я подведу итог его пятым пунктом, когда он сказал, «Используйте свою жизнь, пока вас не настигнет смерть». Да, свою жизнь, пока не настала смерть. Сколько из вас лично знали тех, кого уже нет в живых? Сколько из вас знали тех, кто уже находится в земле под нашими ногами? Сколько из вас знают тех, кого мы так любим, и кто с радостью бы вернулся, чтобы быть с нами? У Аллахи, клянусь Аллахом, дорогие братья, у Аллахи, если бы сегодня вы пошли на кладбище, посетили могилы богатейшего человека на свете, и спросили его, «Если бы Аллах дал тебе еще один шанс, что бы ты изменил?» В Аллахе он ответил бы вам, «Я бы никогда не бежал бы за мирскими благами. Я бы провел все свое время в поклонении Аллаху и был бы праведным». Мне как-то попалась очень впечатляющая фотография. На ней был изображен король Абдулла. Да помилует Аллах всех мусульман. На его могиле присутствовал его брат из Судана. Этот суданец с поднятыми руками читал мольбу за короля Абдуллу, Где его богатство? Где вся его охрана и антураж? Куда подевался его статус? Где все это? Все это уже не имеет значения. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обращается ко мне и к вам Используйте свою жизнь, пока вас не настигнет смерть. Воспользуйтесь. Однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, заметил собравшихся сподвижников и поспешил к ним. Подойдя поближе, он увидел, как они собрались вокруг могилы. Посланник Аллаха пробился сквозь ряды и посмотрел на могилу. Его ноги подкосились. Саллиллаху алейхи вассалям. Он опустился на колени с поникшей головой. Борода его касалась груди, и слезы текли по щекам. Он сказал с подвижником, «Трудитесь за это место». Трудитесь за это место. Потому что, независимо от того, насколько вы богаты, независимо от того, каким бодрым вы себя чувствуете сегодня, вне зависимости от вашего прекрасного здоровья, от вашего благонравия, когда вас не станет, вы будете похоронены там же. Ни ваше богатство, ни социальное положение, ни друзья, ни родные, никто не останется с вами. Никто. У Аллаха, никто, мой дорогой брат. Только ты, твои деяния и Аллах. Что ты скажешь? Как ты поведешь себя, оказавшись в этой небольшой лежанке? В полном одиночестве. Твоей красавицы жены не будет рядом. Твоих веселых детей, которые наполняли твой дом радостью. Стоит им где-то задержаться, как ты уже звонишь, чтобы узнать, все ли в порядке. Стоит им заболеть, как ты тут же летишь в больницу. Твои родные. Никого не будет рядом. С тобой останутся только твои деяния и ничего больше. Субханаллах. Горе нам, если все, что останется с нами, будут наши грешные поступки. Горе нам, если все, что останется с нами, это наша ложь и проценты, которые мы потребляем. Знаете, когда кто-то решает наказать кого-то, когда государство привлекает кого-то к ответственности, помещает его в тюремную камеру, и никто не имеет права контактировать с ним, люди начинают сходить с ума. Даже несмотря на то, что они все еще способны дышать, пить воду, принимать еду спать. Но представь себе, если окажется так, что у тебя нет ничего, кроме твоих грехов, моли Аллаха с покаянием. Представь себе прелюбодеяние, которое ты совершил, ложь, которую ты распространил, деньги, которые ты получил обманным путем, лицемерие и все эти маски, которые ты постоянно менял, самые разные образы, Представь себе все, чем ты злоупотреблял. Права ни в чем не повинных людей, которые ты нарушил. Злодеяния, которые ты совершал. Представь все это на своем счету. Я уверяю тебя. Я гарантирую тебе, что они последуют вместе с тобой, если ты не покаешься перед Аллахом. Представь, как говорится в хадисе от Убайды ибн Самита, как привел Аль-Хаким и заверил Аль-Альбани. Представь, что твоя постель сотворена из огня. Сегодня ты спишь в удобной кровати. Твое постельное белье должно быть чистым, шелковистым. Оно не может быть грубым. А в спальне должен быть приятный аромат. Подушки должны быть воздушными и мягкими. А теперь представь себе, что твоя кровать соткана из огня. Твое постельное белье также из огня. Ты уже не в просторной светлой спальне. Представь, что вместо нее теперь стены твоей могилы, которые издавливают твою грудную клетку. Просто представь себе эту картину и никогда не упускай ее из виду. И не дай себя обмануть отвлекающими, гламурными и призрачными обещаниями того, что завтра ты еще сможешь все изменить. У тебя нет завтра. У тебя нет вчера. У тебя есть только сегодня. У тебя есть сейчас. У тебя нет даже и мгновения. Откуда ты знаешь, что тебе удастся совершить сегодняшнюю молитву? Или что я закончу эту проповедь? Ни я, ни ты не знаем об этом. Реализуйся в своей жизни, пока не придет смерть. Воспользуйся ею, о раб Аллаха. Не беспокойся, как на это посмотрят люди и что они об этом подумают. Не будь рабом денег. Не будь рабом своего дома, машины, красавицы, жены. Будь рабом Аллаха. И следи за тем, чтобы заполнить свою могилу благими деяниями. Следи за тем, чтобы, когда мы покинем тебя, а мы непременно покинем тебя, чтобы, когда мы покинем тебя, створки окон рая открылись твоему взору. Следи за тем, чтобы у тебя было достаточно на счету, чтобы пришли ангелы и сказали тебе, от душа обретшая покой, чтобы ангелы пришли к тебе и сообщили тебе: вот твое место в раю, благая весть. Следи за тем, как ты живешь, и следи за тем, чтобы извлечь пользу из своей жизни по максимуму. Означает воспользуйся. Каждый из присутствующих здесь в настоящий момент. У вас есть шанс оказаться среди обитателей рая с позволения Аллаха. Мы просим Аллаха возвысить нас. Скажите «Аминь, о рабы Аллаха». У вас есть эта возможность, и у меня есть этот шанс. Но когда ангел смерти отделит мою душу от моего тела, у меня уже не будет этого шанса. Поэтому воспользуйся своей жизнью, о раб Аллаха, о смиренная душа, и проси Аллаха, субханаху ва та'аля, простить твои предыдущие грехи. И проси Аллаха, чтобы Он помог тебе использовать каждый дарованный тебе шанс наилучшим образом. <решил> Братья мои, я закончу тем, с чего я начал. Не будьте теми, кто стремится получить выгоду лишь в мирской жизни, а будьте теми, кто вместе с тем стремится получить выгоду и в грядущей жизни. Воспользуйтесь этой жизнью, чтобы обрести успех в грядущей. <решил> Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллах сказал в Коране, «Стремитесь же опередить друг друга в добрых делах. Где бы вы ни были, Аллах соберет вас вместе. Поистине Аллах всемогущ». Дорогие братья и сестры, по воле Аллаха, YouTube активировал нам функцию спонсорства. Теперь вы можете сами стать активным участником исламского призыва на канале Мишин став нашим постоянным спонсором. Для этого просто нажмите на кнопку «Спонсировать» под любым видео на канале и выберите подходящий вам уровень поддержки. В зависимости от выбранного уровня вы получите дополнительные привилегии, в том числе и ранний доступ к некоторым видео на канале. Присоединяйтесь к нашей команде. Примите прямое участие в исламском призыве на канале Мишин Дауа. Станьте нашим спонсором. И да примет от вас Аллах.